Все, мы лайв. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня суббота, 27 февраля. Я веду свою трансляцию с Украины. У нас суббота, 27 февраля. Я веду свою трансляцию с Украины. У нас суббота, 27 февраля. Да. Вы не обращаете внимания, вы говорите. Да, повторяется эхом немножечко. Но внимание. По Украине это 16:00, в Москве на час позже. А в Чикаго, где находится мой собеседник, 8 утра. Правильно. 8 утра. Я хочу представить своего собеседника Майкла Мелехова. Вот, я немножко скажу о нем пару слов для своей аудитории, потому что у нас параллельно что-то немножко у нас со связью у меня не получается. Да, вот так вроде бы звук исчез. Да, спасибо большое. Хочу немножко сказать несколько слов о Майкле Мелехове. Потому что на его канале это хорошо, люди знают, кто этот человек, а вот в мою аудиторию это немножечко хуже известно, хотя мы уже проводили встречу, и многие мои слушатели, почитатели безлогичного метода хорошо знают. Майкл Мелехов последние 30 лет, наверное, живет в США. Он действительный член Ноосферской духовно-экологической ассамблеи мира, почетный профессор в области философии и психологии Львовского Старопигильского университета города Львова, Украина, член Ноосферного международного концептуального совета мира от США. Ну и он ведет, у него создан свой центр, который называется Сангейт-центр, где он успешно представляет разных спикеров по теме совершенствия, духовного совершенствования современного человека. Я хочу попрошу Майкла сказать пару слов приветствия, потому что я в нетрадиционной такой форме никогда я не представлял людей, и поэтому немножко в растерянности. Пожалуйста, Майкл, вам слово. Да, дорогие друзья, у нас идет ретрансляция чата. Я попытался сделать звук, но идет двойной звук, поэтому эхо очень серьезное, оно мешает прямой трансляции. Поэтому звук я убрал, друзья. Поэтому слышать вы будете только пока меня, но запись у нас будет. Поэтому мы эту запись так или иначе выложим, где будет полностью весь наш эфир. Я хочу еще раз представиться для тех наших зрителей, которые на канале Станислава Ивановича Лосева. Там идет прямая трансляция, а я пытаюсь ретранслировать. К сожалению, идет звук сюда в наушники, поэтому вы не слышите. Я слышу. Нету громкоговорящей сейчас связи, сейчас налаживать уже нет возможности, к сожалению. Я 30 лет проживаю в Соединенных Штатах, в городе Чикаго. И имею образование на трех континентах. Это Советский Союз, это Соединенные Штаты и на Востоке. Я бывал много раз. Ну и астронумеролог, разбираюсь в ведических науках, если можно сказать, от слова «веды». Никакой религиозной принадлежности это не имеет. Никакой религиозного касательного там эгрегора это не имеет. Отношения – это просто веды, знания, аюрведа в том числе. И мы сегодня будем говорить со Станиславом по поводу… Это вторая наша программа. Первая программа состоялась неделю назад. Она, дорогие друзья, те, кто наблюдает, зрители на канале Станислава Лосева, видят эту программу. Мы выложим эту программу на нашем канале, который сейчас идет. А первая часть у нас была. У нас будет еще третья часть на канале Центра Сангейтс.
Ссылки будут на оба канала, поэтому можно принимать участие. А смысл и идея всего этого, то, что центр Сунгейтс, это внутри центра Сунгейтс есть университет познания личности, и более 500 студентов учатся в различных направлениях нашего университета, много преподавателей есть, ну и мы планируем, вот Станислав Иванович Лосев, в качестве преподавателя совершенно уникального курса, которого не было, друзья, у вас на канале не было, я имею в виду на канале самого Станислава Лосева, это будет несколько другой курс, видоизмененный. Ну и наши зрители будут иметь возможность с ним ознакомиться. В чем он будет состоять, мы об этом поговорим позднее, вот сейчас мы об этом будем говорить. Ну и есть, еще раз повторяю, некоторые нетрадиционные, скажем, с точки зрения западного нашего мышления, моменты, которые могут, так сказать, ну, даже конфликтные какие-то, может быть, на первый взгляд, иметь энергетически непонятые или непринятые. Но тем не менее они существуют, мы об этом сейчас поговорим. Я хотел бы, вот я вижу чат, который здесь идет, и хотел бы, у нас пишет зрительница о том, что такое сегодня известное, к сожалению, и очень тяжелое заболевание, как COVID-19. Вот пишет Ольга, с помощью дыхания жизни быстро удалось вылечиться. Ну и опять же, занимаясь дыханием жизни. Вот. Мы уже об этом говорили на первой нашей программе, но сейчас я бы попросил Станислава поделиться, что такое дыхание жизни. В прошлый раз мы говорили, это метод Бутейка за основу принятого. Правильно? Майкл, я хотел вас немножечко еще затронуть и немножко вот такое предисловие сказать, что да, вы говорите, вы как бы представляете, несмотря на то, что живете, в общем-то, в США, но представляете вот веды, аюрведы, то есть восточную культуру, значит, понимание человека, его проблем и так далее. А я ближе к западной культуре, и ближе к научной точке зрения западной культуры. Но так случилось, что, пытаясь решать те проблемы, которые стояли передо мной, я создавал инструменты практические, которые помогают только в том случае, когда человек очень точно находит первопричину. И вот когда мы начали искать первопричину, мы столкнулись с тем, что теоретически показывает восточная культура, а на Западе это как бы отвергается. И, то есть я вот попал в такую ситуацию, когда между двух огней есть представление науки, религии нашей, вот, и это как бы не вяжется с моей практикой. Я прошу вас, Станислав или Алекса, который у нас техническая поддержка, я прошу прощения, вы звук уберите, чтобы у вас не было вашего звука. Вас будет слышно, вы не будете слышать, тогда я включу вторую громкоговорящую связь. Тогда она вам не будет мешать, на мой взгляд. Звук можете убрать? Звук как убрать? Лично я не знаю, как это сделать. Алекс, значит, микрофон оставить, а звук убрать на вашем компьютере. Просто уменьши звук компьютера. Тогда наш канал тоже будет. Вы убрали, нет? Да, сейчас вот как меня слышно? Слышно вас хорошо. Вам микрофон все нормально. Просто наушники, то есть это динамики уберите, тогда я включу, и будет слышно все у нас на канале. Ну, сейчас пока у меня нормально все, ничего не фонит, я хорошо слышу. Прекрасно. Тогда давайте я включаю. Продолжайте. Ну, сейчас пока у меня нормально все, ничего не фонит. Все началось. Тогда давайте я включаю. Началось опять, да? Да, да, да. Нормально все, ничего не фонит. Тогда вы не отключили ваши звуковые телефоны или динамики. Если Алекс сможет это уменьшить у вас, да. Вы знаете, как это сделать, нет?
Сейчас я узнаю. У вас внизу иконка, где написан звук. Ага. Нет, вы заглушили микрофон. Нет, надо открыть. Да, не больше тут. Не то, да. Нет, на компьютере, на компьютере. Нет, вы заглушили микрофон. Нет, надо открыть. Да. Нет, на компьютере, на компьютере. Ой. Не нашли? Нет. Пока ничего я не понимаю. Не нашли? Ну, хорошо. Тогда, тогда будет так, как оно будет, если кто-то не поможет. В крайнем случае, друзья, еще раз, я сейчас найду ссылку, я вас сброшу, вы добавитесь в другой чат тогда в таком случае. Продолжайте. Да, и я хотел сказать о том, что вот получилось такое вот очень интересное. Я как бы стал между двух лавин. Вот, лавина вот та, которая идет с востока, и лавина, которая идет с запада, это научная лавина, да, два разных представления. И я начинаю видеть на практике, что подтверждается то, что, допустим, говорит ведическая культура. И в этом смысле вот здесь происходит такой вот невольный интерес к вашим знаниям. Вот. Они, правда, как я понимаю, больше теоретические, то есть я иду от чистой практики, вы, скорее всего, идете от теории, которую в совершенстве знаете. Ну, я часто сталкиваюсь с людьми, которые в совершенстве знают все теории, могут мне очень многое рассказать, но от этого им не легче, и проблем также остается много. Поэтому мне очень интересно сейчас, как вы, как представитель вот такой ведической культуры, относитесь к той информации, которую, в частности, я давал в прошлый раз, вот, и которая вот вызывает и у меня недоумение, потому что я не знаю, к этому относиться. С одной стороны, я вижу, что то, что говорит Восток, он подтверждает на практике, с другой стороны, это как-то вот так в нашей сфере, в наших повседневных делах как бы не признается. Вот. И как тут быть, я совершенно как бы в растерянности. Более того, вот еще одна такая маленькая деталька, которая меня очень заинтересовала. В прошлый раз вы сказали, что аюрведа говорит о карме, но она не призывает убирать карму. Карма – это то, что помогает прекрасно совершенствоваться. А мы, работая с инструментами, находим первопричину, осознаем и фактически, ну, не убираем карму, но прекрасно осознаем причинно-следственные связи, и иногда только осознание этого полностью кардинально меняет человека, его состояние, в том числе физическое. Как вы к этому относитесь? Да, благодарю вас. Ну, во-первых, я хотел бы просто уточнить, не то, что я представляю, просто я бывал на Востоке много раз, я там жил, имея образование там, поэтому я постарался сделать так, сказать, совместить на нашем канале, совместить два подхода, западный подход и восточный подход, поскольку если половина мира живет по одним законам, ну, логично предположить, в этом, наверное, что-то есть. Поэтому для начала это информация, а то, что вы говорите, практика, ну, а как же у нас учится 500 и более студентов в нашем университете, практически они же учатся. Мы же не просто беседуем, они приходят, они слушают информацию. Если эта информация им подходит, они приходят к преподавателю, который их обучает, собственно говоря, именно этому. То есть мы же прекрасно знаем, что лечить болезнь можно по-разному. Можно лечить болезнь, скажем, методикой, которую вы делаете, потрясающе. Можно лечить болезнь или, к примеру, можно поставить икону и молиться, и болезнь уходит. Таких случаев тоже было очень много. Но в данном случае... Аюрведа – это просто, скажем так, аюрведа – это часто люди говорят о том, что это как бы наука или это медицинский аспект. Он включен в медицинский аспект. Аюр – это жизнь, веда – это знание. Знание жизни или наука долгой и счастливой жизни. И в данном случае не то, что карму надо убрать, это просто уточнение. Карму мы не можем убрать, она есть и есть, как бы то ни было. И она
ну, как бы придет. Третий закон Ньютона в нашей жизни. Опять же, наши, так сказать, наш канал знакомы с этим. Довольно-таки долго мы общаемся на эти темы. Но, возможно, кто-то не знает, допустим, поэтому я хотел бы все же уточнить такую вещь. Вот, к примеру, что есть негативная программа? Негативная программа, она же дана человеку почему-то, да? Вот почему человек же рождается. Я как астронумеролог могу точно сказать, почему человек родился с той или иной программой, исходя из его даты, к примеру, рождения, ну и там планет и так далее. Так вот, неспроста нам дана. Теперь что происходит? Просто мы, это информация. И просто логически рассуждая, что происходит. Человек имеет программу внутри, правильно? И теперь мы ему говорим, мы сейчас берем эту негативная программа, верно? И эту негативную программу мы сейчас берем и ее уничтожим, уберем ее. Но мы не задаемся вопросом, почему она у нас была. То есть получается как? Значит, у нас появилась опухоль. Мы взяли эту опухоль, вынули, и человек живой, чистенький, как вот у меня много есть знакомых. Я уже чистенький, говорит человек, при удалении определенной части тела, например. Да, да, чистенькая. Но вопрос-то не решен, а почему у тебя возникла эта проблема. Значит, получается, что она мигрирует, эта проблема мигрирует, и с опухолью опухоль тоже будет мигрировать. Мы не узнали причину возникновения этого. Поэтому вопрос... А как тогда быть? У нас, к примеру, есть курс, ну, зайти в прошлое, там, хроники Акаши, к примеру, и выяснить, а что мы такое натворили, что у нас появилась эта опухоль. Ну, как вариант, еще раз я говорю. Или что происходит, допустим, негативная программа у человека появляется, когда он вообще негативный. Вы знаете, подобное притягивает подобное. Я не хотел бы сейчас уделять много, у меня есть много на эту тему рассказов, вот. И понимание этого, потому что все же у нас несколько другая тематика, но я постараюсь, в общем, довольно коротко. То есть я хотел бы добавить к тому, что делаете, допустим, вы, и это абсолютно верно, добавить еще какую-то часть, которая в данном случае не учитывается, а именно почему возникла та или иная проблема. Вот пишет у нас, варикоз возник, да? А почему он возник, варикоз? Мы говорим, давайте мы сейчас будем делать вот это, вот это, вот это, и будем избавляться. Но мы избавились, да, слава Богу, на первом этапе мы избавились. Но ведь, может быть, второй раз опять то же самое, только уже где-то в другом месте возникнет. Так вот, к примеру, с одной стороны, у нас есть так называемые пороки. Да? Это целая тематика, допустим, у меня есть на эту тему пороки. Разные есть пороки, правильно? У нас есть порок, там, человек... не знаю, негативные, потому что он, допустим, ревнивый, потому что он злобный, потому что он ненавидит там кого-то там, потому что он боится. А что происходит, когда человек боится? Аюрведа как трактует? Первым образом, что поражается, когда страх, к чему приводит? Почки. И вот когда мы начинаем, и вы как раз-таки очень и очень интересно раскрыли этот момент в нашей первой беседе, то есть это очень серьезно. Поэтому проблема, с моей точки зрения, она очень и очень комплексная. И тут есть еще один момент, потому что, смотрите, я очень коротко скажу. Помните, вы рассказывали, человек был камнем, да, и человек был растением. Так вот, растения, нету ни единой травы в мире, на земном шаре, ни единой травы, которая каким-то образом для чего-то появилась у нас на Земле. То есть любая, пускай даже сорняк, он для чего-то нужен, этот сорняк. Его выкорчевать – это не решение проблемы. Он все равно появится где-то в другом месте. Так вот, мы очень мало знаем о нашем мире, в котором мы живем. А именно, сорняк у нас проявлен вот здесь на Земле, и мы его видим. Это растение, которое растет. Но эти растения, которые растут в фильме «Аватар», кстати, об этом пока, это показано, да, Джеймс Кэмерон, когда оно растет, вот это растение, дерево растет в другой мир. Мы просто его не видим нашим зрением. Вот так трактуют аюрведа и ведические, скажем, законы. То есть мир проявленный, в котором мы с вами живем, а есть мир
не проявленный. Мы его не видим нашим трехмерным восприятием, нашими органами зрения и так далее, связанное, понятное, слух и так далее. Правильно? Так вот, есть второй мир, а это мир, скажем, ангельский, куда он прорастает. И есть мир еще, третий мир, совсем высший мир, сварга называется он. Там они растут, эти растения, невероятной высоты. Вот. То есть, еще раз повторяю, очень много здесь нюансов, и об этом мы будем говорить на нашем курсе. Ну вот. Но мне хотелось бы все же вернуться обратно к вам и к нашему будущему. Я хочу вас поблагодарить за ваш ответ подробный. Я очень внимательно ее прослушал. И возникло очень много таких терминов, которые для меня вообще непостижимы, там хроника Акаши и так далее. Но я уловил главное, что то, что мы делаем, оказывается абсолютно правильно, потому что мы и работаем только в одном направлении. Если есть проблема, у нас есть инструмент поиска истоков, очень точно находим первопричину, отрабатываем именно первопричину, а не следствие, и тогда это уходит раз навсегда. Потому что у меня аналогичная ситуация была такая. Ко мне пришел очень известный нейрохирург, который сделал изумительную операцию опухоли мозга, спас женщину и так далее. А потом, спустя 3 или 4 месяца, он где-то был за рубежом, и в этой женщине возникла снова проблема, и оказалась опять опухоль, и уже другой врач не смог с этой опухолью справиться. И он приезжает, женщина-то умерла, приезжает потрясенный и говорит: «Станислав Иванович, так а в чем же дело? Я же все прекрасно сделал». А дело в том, что когда мы точно находим первопричину и увидим, где это родилось, то оказывается, скальпель этой проблемы как раз и не затронул. Вот это вот очень-очень важно. И здесь даже не столько важно брать первопричину, сколько увидеть и осознать. Я вам приведу сейчас один пример. Я летел в другую страну, и в аэропорту меня встретила моя ученица и говорит: «Станислав Иванович, у вас есть сейчас времени?» Я говорю: «Только час. Помогите, у меня, значит, подруга моя, у нее токсикоз беременности, вот она там на позднем уже сроке, и так ей тяжело». Я говорю: «Ну так, Маша, как я-то здесь, вот аэропорт и все. Вы посидите в машине, поработаете, я буду следить за временем, вы никуда не опоздаете» и так далее. Ну, можете представить себе, когда я в машине, сидя с этой девушкой, очень красивая девушка, но лицо такое, знаете, слоновой кости, вот такое желто-блестящее, то есть на нее было болезненно смотреть, то есть с ней что-то происходило. Ну и когда мы начали работать, мы что начали делать? Я что, такой большой специалист в области токсикоза беременности? Я об этом вообще ничего не знаю. Но я прекрасно овладею инструментом поиска истоков. И когда мы сделали поиск, и она открыла удивленные глаза и долго смотрит на меня, она говорит: «Так я же в прошлой жизни этого мужа незаконно обидела, и теперь обязана ему родить сына» и так далее. И я смотрю на нее, я растерялся. То есть мы еще ничего не сделали, но она полностью трансформировалась. Лицо стало розовое, она стала прекрасной, глазки заблестели. Я говорю: «Это все хорошо, что ты это нашла и увидела, это здорово, это классно, но ты еще с Машей, она прекрасно знает, отработайте это прошлое, и тогда действительно оно уйдет из твоей жизни». Я не знаю, как это забираться в хроники Акаши, но вот абсолютно реально в повседневной нашей жизни можно взять какую-то проблемку, точно сделать поиск, найти первопричину и прекрасно это отработать. Это сплошь и рядом я с этим сталкиваюсь. Вот. Ну, и вот это мне дает уверенность в том, что раз мы делаем все это правильно, не нарушаем каких-то законов, то, наверное, это имеет право быть, имеет право существовать. Все верно. У нас есть вопрос в чате. Человек совратился чем-то неприемлемым для его совести и его сущности. Вот и спрашивается: дана эта программа для развития или это грех и ошибка? Как вы считаете? Если можно еще раз, потому что я как-то так внимательно слушал. И... Да, еще раз вопрос. Человек совратился чем-то неприемлемым для его совести
его сущности. Вот и спрашивается, дана эта программа для развития или это грех и ошибка? Вы знаете, вот каждый раз, когда возникают какие-то вопросы от кого-либо из моих, значит, учеников, я спрашиваю, да, уважаемые, весь ответ, все ответы лежат только у вас в душе. Я не являюсь каким-то супер-пупин, семь пядей во лбу, ясновидящим или кем-то. Но если есть такая проблема и такой запрос, и сделать поиск, можно прекрасно увидеть те события, которые... Вы же помните из прошлой передачи, когда мы делали, значит, разбор, откуда берутся проблемы, то они могут лежать и в том, что произошло 2 года назад в вашей жизни. Это может прийти из детства, это может прийти из внутриутробного состояния, может из прошлой жизни, когда вы были не мужчиной, а женщиной, а может быть, это пришло из жизни животной, растительной, или даже с того времени, когда вы были стихией. Причем надо хорошо эту динамику помнить. Давайте вспомним, что в стихиях мы проходили школу около 10 миллиардов лет. В растительном мире только 4 миллиарда лет. В животном 500 000 000. А вот как люди мы проходим всего 2 миллиона каких-то небольших, хилых 2 миллиона лет, но уже очень многое мы успели здесь наработать, заработать, потому что, конечно, в теле человека идет самый широкий спектр всевозможных ощущений, поступков, мыслей, действий и так далее. Поэтому единственное правильное решение – это с этим человеком, этому человеку познакомиться, например, с моей методикой и самостоятельно сделать поиск, найти первопричину и грамотно отработать. Это мы делаем на базовом уровне. Я хочу немножечко вас вернуть к прошлому разговору, Майкл. Я после этого разговора целую неделю все время был под впечатлением следующего. Перед самым нашим эфиром я прочитал сообщение Сергея Николаевича Лазарева о том, что человечество включило программу самоуничтожения. Прошу прощения. Я все время работаю с людьми, у которых есть подобные программы, и хорошо понимаю, что за этим стоит. Я не знаю, как он это понял, у меня нет таких данных, я не могу сказать научно, да, вот Сергей Николаевич прав и так далее. Но то, что это может быть, абсолютно реально, и я хочу сказать следующее. Если это, давайте, допустим, возьмем эту гипотезу за 100%, что это так и есть, то посмотрите, что происходит. Мы тут упоминали о том, что можно ковид вылечить с помощью дыхания жизни, или были случаи. У меня таких где-то приблизительно 5-6 случаев, когда с помощью дыхательной практики моей люди уходили легко из-под ковида. Моя дочь сама попала в эту ситуацию и за 2 дня вышла с этой ситуации. Но что такое программа самоуничтожения? Что такое программа самоуничтожения, которую включило человечество? Это значит следующее. Уже не имеет значения, знаменитый вы или не знаменитый, имеете ли миллиарды и можете управлять этим миром, или вы нищий, и мы все находимся в одинаковой ситуации, мы все медленно покатились к гибели человечества. Вы понимаете, о чем суть? Как это происходит? Почему это происходит? Ну, наука прекрасно знает массу всевозможных примеров, как это происходит. Вы, наверное, слышали такой эффект сотой обезьяны, когда на громадном острове жило очень много обезьян, и их начали кормить очищенными бананами, бросая бананы в песок. Обезьяны хватали бананы, и начинал хрустеть песок, им это не нравилось. Одна догадалась помыть, потом 2, потом 10. И когда 100-я обезьяна начала мыть этот банан, все обезьяны без исключения, как по одному сигналу, стали мыть бананы, не договариваясь. То есть возникает какой-то критический эффект, когда включается механизм общий для всех. Точно так же происходит с программой самоуничтожения. Когда 10-20 человек, когда 200 тысяч ежегодно заканчивают жизнь самоубийством, еще неизвестно, сколько не успели закончить, потому что намерений было, наверное, больше. Но когда эта критическая масса поднялась еще выше, то, по-видимому, могла включиться такая программа. И вот это уже очень серьезная проблема для человечества, против которой ковид – это детский лепет. Можно маски одевать, можно вакцины изобретать. Здесь уже
ничего подобного не поможет. Здесь нужна очень серьезная работа по работе над стрессом, над страхами, а самое главное, над программами самоуничтожения. И вот я не договариваюсь с вами, не зная об этом, мы с вами наметили именно такую работу. Ту программу, которую мы хотим сделать, называется «Остановка внутреннего диалога», где предусматривается работа с такими вещами, как страх, панические атаки и программы самоуничтожения, которые присущи всем депрессиям. И человек в депрессии там от 5 до 14 значительно больше таких программ самоуничтожения. Вы представляете, мы не подозревая, как коснулись самой главной проблемы. Вот подумайте внимательно. Если включена программа самоуничтожения человечества, уже нету никакой защиты, ни материальной, ни власти, ничего. Есть только одна возможность – работать над душой, работать над своей проблемой. То есть этим поставлена точка. Закончилось. Я хочу немножечко, если вы позволите, обратить ваше внимание и спросить у вас вашего мнения. В моем представлении, которое возникло под воздействием непрочитанных книг, и я, к сожалению, не такой знаток и ведической культуры, и аюрведы, у меня даже нет такого нормального учителя, который бы меня как бы воспитывал. Я шел по-другому. Я просто создавал инструменты практической психологии, пытаясь таким образом с помощью ложки и вилки помочь людям лучше обедать, лучше устранять свои неприятности. И вот я в процессе этой работы заметил, что над развитием человечества давлеет такой вот цикл временной. Это Платонов год. Платонов год, еще, если Платонов, то он еще Платону был известен. Это 26 тысяч планетных лет. И есть точное представление об этом годе. Первая половина – падение в мир материи, то есть создание цивилизации. И вторая часть этого года – восхождение в духе. И вот мы стоим на пороге восхождения в духе, потому что в декабре 2012 года началась весна Платонова года. Вот что вам известно, мне бы очень хотелось услышать именно ваше мнение по этому поводу. Потому что у меня тоже есть что сказать на это, вот в этот момент, когда началось вот это вот изменение. Ну, сейчас я прошу прощения, у нас идет, для тех, кто просто не знает, еще раз, которые позже подключились, у нас идет ретрансляция. У нас идет трансляция на два чата. Поэтому мне приходится не чем-то заниматься другим, а пытаться сделать так, чтобы было слышно и на втором чате. Сколько там тоже много людей, но, к сожалению, пока не удается. Технически, и мы в эфире. Вот. Ну, и это только для чата, который идет в центре Сан-Диец. Что касается вашего вопроса, и, дорогие друзья, у нас беседа, где я отвечаю, если мне задают вопрос Станислав Иванович, я на него отвечаю. Я не регулирую, никого, естественно, не собираюсь удалять, поэтому вы эти вопросы оставьте, это все ерунда. Концентрируйтесь на том, о чем идет речь. В 2012 году начался отсчет, и это не тот конец света, то есть люди не так интерпретировали ту информацию и везде сказали, что это конец света, это все глупости. Это отсчет, многие называют это квантовым скачком, но дело в том, что в соответствии с ведическими писаниями есть определенные циклы, в которых мы находимся. И это был определенный цикл изменения ситуации в лучшую сторону. То есть Кали-Юга, которая началась 5000, там, чуть больше, чем 5000 лет назад, она перешла в стадию, допустим, первую малую, то есть накладка была малая Кали-Юга на большую Кали-Югу. И вот эти четыре цикла, она, будем так говорить, закончилась. Начался другой цикл наибольшего благоприятствия. Сегодня люди, которые находитесь, где друзья находитесь в чатах, и интересуются этими вещами, это люди, которые очень и очень реализованные, очень и очень позитивные. Просто есть недостаток информации, о котором вот сейчас идет речь. И поэтому это очень здорово, что как раз-таки вот это в это время началось. Просто начался поток
информации, которая сегодня воспринимается значительно лучше, чем это воспринималось бы раньше. То есть у людей развивается и появляется действительно понимание того, кто мы есть на этой земле. Но еще раз, поскольку много разных школ и много разных подходов, то понятно, что кто-то влюбленный в одного преподавателя, скажем так, он идет с этим преподавателем, а кто-то другой, скажем, другой методика, он говорит, нет, это мне не годится. У нас есть у всех свобода выбора, так что в этом плане нет никаких противоречий. И то, что вы сейчас сказали, Станислав, это именно как раз подтверждает это правило. О том, что мы абсолютно четко понимаем, куда мы идем, и это сознание в первую очередь. А уже потом, так сказать, решение конкретных текущих каких-то вопросов. Ну, если очень коротко. Спасибо большое. Я вот тоже очень внимательно наблюдаю. Вот думаю, почему такие две части одного года, которые регламентируют вот развитие человечества. Я так для себя такие ответы. Я еще раз повторяю, потому что я как бы нахожу внутри себя всегда ответы. Я объясню свою позицию. Я когда-то работал с девочкой, которая чувствовала очень хорошо, как она была водой. Ее одна из жизней была вода. Ну, она не то, что она там всемирный океан, но она чувствовала очень точно, что она вода. И она очень точно рассказывала о воде. Вот, когда я об этом написал в соцсетях, что она была, мировым океаном, что ли, с какой стати? Ну, я вам скажу тоже, я не президент своей страны, но я хорошо знаю, как она устроена, что пишет, что делает президент, и не только моей страны, но и других стран. Поэтому, если вы частичка целого, то вы, наверное, знаете всю эту информацию. Вода говорит, что я впитываю всю информацию, которая происходит в мире. А я говорю, а зачем воде эта вся информация? Она ей абсолютно не нужна. Но вода всегда содержится во всем живом, и все живое, что рождается, имея воду, имеет всю информацию о жизни на Земле. Вот такой ответ. Вот у меня, исходя из этого, я достаю, пытаюсь достать свою информацию. Но информация очень простая. Когда человечество начало путь вот этой цивилизации, очередной цивилизации, мне кажется, что таких цивилизаций на Земле проходят тысячи, то с чего начинается это развитие? Развитие с дикого человека, дикой явани, дикой кошки. И разговаривать о каких-то высоких материях в этой среде дикой было бы наивно и глупо. Для того, чтобы человека включить в высокие материи, нужно было сначала включить в материальное творчество. И вот это включение произошло. Это первая половина Платонового года развития, падение в мир материи, то есть творчество в материальном. И посмотрите, чем оно закончилось в 12-м году, если это закончилось в 12-м году. Мощнейшая цивилизация, множество народов, какая культура, тысячи изобретений, тысячи сортов яблонь, тысячи пород кошек, собак. Это все творчество материального человека. Да? И теперь он готов к восхождению в духе. И вы посмотрите, какую серьезную вещь ставит перед нами природа для того, чтобы мы это переключились. Потому что мы так и будем лететь в материальном мире. Первое, что происходит, увеличение вибраций. Вот. А вы знаете, допустим, если низкая вибрация, там 0,6 Гц, это гнев, а безусловная любовь – это 380 Гц, то вот шкала движения, сама Земля, которая имела постоянную, значит, вибрацию 7,8 Гц, частота Шумана, это общеизвестно, а сегодня уже под 40 Гц, то нас сдвигают по фазе совершенно в другую. Но самое поразительное, наверное, если человечество очень сильно заигралось в материальную жизнь, то нас могут поставить на грань самоуничтожения в том плане, или мы включимся в работу над собой и выйдем с этой ситуации, или мы можем погибнуть. Может такое быть? Как вы думаете? Ну, во-первых, такое уже не просто может быть, что будут люди гибнуть, а такое уже есть. И прямая причина, почему люди, скажем, мы сейчас не будем разбирать, у нас публичный канал. Это означает, что нас, так сказать, слушают. Естественно, поэтому надо, так сказать, соблюдать правила. И это сегодня, к сожалению, вот, не все можно говорить. Но если, так сказать, показательно идти к этому вопросу,
И это прописано в этих циклах, которые сегодня идут. То есть я привожу очень простой пример, то, что вы сами сказали. Значит, мотор вибрирует, и там лежат какие-то крошки, да, и чем больше он будет вибрировать, тем больше будет скатываться. У нас же существует... Почему нельзя маршировать на мостах, допустим, солдатам, да? Им категорически нельзя идти в ногу, потому что войдет в резонанс, и мост может разрушиться, казалось бы, да? А, ну, такая система. Поэтому те люди, которые не будут соблюдать условия, они будут уходить с земного плана. И сегодня самая главная причина – сверху идет программа. Еще раз, вот та самая негативная программа, о которой мы говорим. Значит, мы часть, капелька – это часть океана, например. Да? То есть мы несем всю ту информацию, которую несет океан. Но если сама капелька будет работать сама на себя, то разобьется злокачественная опухоль, то есть эта клеточка этого организма будет идти в противовес работы всего организма. Поэтому возникает онкология. Если мы не будем еще раз находиться в этом море, в этом океане воды, значит, если мы чего-то боимся, мы это получим. То есть мы боимся заболеть, мы заболеем, мы боимся умереть, мы умрем, к сожалению. И вот эта программа, которая нам дана сверху, потому что переход, в английском языке есть такое выражение «no pain, no gain». Нету боли, нету очищения, будем так говорить. То есть, когда человек идет куда-то там на операцию или на какую-то очистку организма, то и те токсины, которые как бы спокойно у нас складированы в организме, начинают двигаться и, соответственно, давят на какие-то больные места, и человек болит. Это нормальный процесс очистки. Так вот, тот такой же нормальный процесс очистки Земли, то, что мы воспринимаем как негатив, это не негатив. Это позитив, поскольку мы не находимся в гармонии со Вселенной. А мы есть, так говорит Аюрведа, а мы есть клеточка Вселенной. И если мы не будем соблюдать законы, мы будем уходить с этой Земли. И сегодня это происходит. И это неизбежный процесс, а будет оставаться. Даже во всемирном потоке все равно четверть населения осталось. Поэтому и здесь будет оставаться. И чем больше будет нас, тем больше, тем меньше будет, как говорится, их. Правильно? Поэтому нам надо не рассоединяться и не заниматься негативом, потому что нам что-то как-то не нравится. А нам надо объединяться и работать на, так сказать, друг на друга и на Вселенную. Вот примерно так. Я прекрасно понимаю ваши все мысли, и я до этого точно так же всегда рассуждал. Но здесь, мне кажется, возникает нечто совершенно новое. Здесь возникла критическая масса, которая поставила все человечество в очень сложную ситуацию. И в этой ситуации придется очень серьезно работать над собой. И без этой работы нету, по моему представлению, просто вот болезни, как и самоисцеления. Да вы можете быть в абсолютной идиллии, вы можете быть в прекрасном состоянии, но если все человечество умирает, умираете и вы. Даже если вы при этом абсолютно в хорошем состоянии. Я это очень хорошо наблюдаю по своим пациентам, у которых есть вот эти вот программы самоуничтожения, да. Красивый человек, очень умный, он может рассуждать, но у него программа самоуничтожения, и он медленно умирает. Вот здесь нужно только сделать одно – очень точно найти причину, почему у него такая проблема. А проблема потому, что у него не одна решается, возникает в самых реальных жизненных ситуациях, в самых обычных. Но эта проблема возникла, эта программа возникла, набирает мощи, и все, и ты никак не выживешь, покуда эту программу не выключишь. И вот мне при этом, при всем, что это тревожит, в душе все-таки есть такая радость от мысли, от понимания того, что я обладаю теми инструментами, Бог дал, спасибо, которые позволят, работая над собой самостоятельно, человечеству избавиться. И особенно это касается прежде всего всех тех, кто находится в сложной депрессии, кто не видит будущего, кто говорит, я пустое место, у меня нет будущего, не могу жить без любви. Это все программа самоуничтожения. И, по-видимому, здесь возникает очень серьезное... Это событие не такое, которое вот сразу раз, и все сразу там умрут и так далее. Но это событие, если оно запустилось, а Лазарев очень тонкий человек, он очень хорошо эти процессы чувствует. Вы бы посмотрели, послушали его
это обращение, какой голос человека полностью растерянного и подавленного тем, что произошло. То есть мы не до конца, может, понимаем о том, о чем сейчас говорим, потому что мы привыкли по старинке. Есть проблема, нужно найти истоки, нужно решить, можно всего избавиться. Болезнь – это способ убрать более глубинные проблемы. Я все это понимаю. Но здесь, мне кажется, возникло нечто новое. И здесь очень серьезные разговоры о том, что человечеству нужно засучить рукава всем без исключения. Уже все не пройдет. Уже там нас не будет. Да, абсолютно верно. Собственно, поэтому мы и ведем эти программы. Еще раз я напомню, у нас сегодня вторая программа. В связи с тем, что на платформе Сангей-центра будет в ближайшем будущем появится новый курс Станислава Ивановича Лосева. Ну, мы объявим этот курс. Это будет совсем новый. Именно в связи с тем, что сейчас новые какие-то веяния идут у нас на планете. У нас тут есть вопросы, вот я читаю в чате. К детям относится ли то, о чем мы сейчас говорим? Это относится буквально к всем. Если включена программа самоуничтожения, это вы знаете разговор о том, что, ну, давайте вот так говорить, вот на уровне вашей местности, в которой вы живете. В вашей местности есть какой-то богатый человек, который там владеет там заводами, полями и так далее. И мы знаем, что он как бы выше всей толпы. И для него нету каких-то проблем там материальных и так далее. Он, у него власть в руках, он всем... Вот не власть... Не то, что ты ребенок безвинный, не то, что ты очень мудрый, псом пядей во лбу, если включилась программа самоуничтожения человечества, как пишет и сообщает Сергей Николаевич Лазарев. А у меня есть очень большое основание ему доверять 100%, понимаете? И я понимаю научно, как это может выглядеть. То это касается всех без исключения. И это тот... то условие, которое заставит человечество все объединиться в отдельную цепочку, независимо, ты черный, белый, желтый или какой, богатый, нищий, управляешь всем миром или только нищий там где-то и так далее. Это такая колоссальная задача, которая еще никогда перед человечеством не стояла, и она должна быть решена всеми вместе. Это не пройдет, что ты где-то в стороне и останешься. Вот так мне кажется. Да, все верно. Скажите, вот у нас сегодня мы говорим в этой программе, конкретно мы говорим о стрессе в 21 веке. Ну, относительно как бы недавно начался этот 21 век, каких-то там 20 лет. И считается, что у нас 2020 год, это был годом подготовительным, а основные события будут разворачиваться именно, хотя уже в 20 году было достаточно серьезные вещи. Собственно, и начался этот ковид, начался в 20 году, правильно? Но вот сейчас уже 21 год, и это все же начало 21 века, и это какие-то действительно стрессовые ситуации. Как вы определяете вот эту стрессовую ситуацию, и как, ну... Вот вы знаете, вот, давайте говорить о том, что в прошлый раз мы говорили о том, что когда я еще был студентом, я на факультете практической психологии понял одну... очень важную проблему, которая стоит перед человечеством. Это то, что 80% населения Земли живет в стрессе. И я вам упоминал канадского психолога Ганса Салье, который говорил, что если ситуация не поменяется в течение 100 лет, а уже прошло с той поры, наверное, больше 20 или, может, даже больше, то может возникнуть ситуация, когда вся планета станет планетой шизофреника. Не это произошло. Произошло то, чего мы не видим, не знаем. Если включилась программа самоуничтожения, то это еще красивее задача, чем можно представить себе. Если мне не хотелось просто иметь планету шизофреников, и я изобретал инструменты, как от этого избавляться, то сегодня еще стоит вопрос, там, или мы решаем совместно эту задачу, выходим на совершенно новые отношения между людьми, нациями, государствами и так далее, или мы потихонечку будем умирать. Все без исключения. Ну, вот так. Знаете, в этой связи я когда-то, очень много лет назад, читал, ну, повести Стругацкого, ну, и в том числе там был
город молодых людей, которые не принимают взрослые, это тому, что детям это относится или не относится. Сегодня дети рождаются, очень и очень серьезные дети рождаются. Они рождаются со свободными электронами. Гидрофильная оболочка, каждая клеточка нашего организма, она окружена вот такой гидрофильной оболочкой. Дети рождаются со свободными электронами. Чем больше их, тем более они гениальные дети. Вот как с вашей точки зрения нам, взрослым, к ним относиться? Мы же как? Родился ребенок, мы же начинаем его воспитывать. Он нас должен воспитывать. Вот как сделать так, чтобы, ну, как бы вот было взаимодействие и понимание того, кто этот ребенок, который только вот родился? Ну, вы знаете, я с этим все время сталкиваюсь. Я вам просто... Вы идете от подачи материала теоретического, а я с этим сталкиваюсь лбом на практике. Ко мне приходит женщина и говорит: Станислав Иванович, у меня большая просьба. Я не могу найти общий язык с дочерью. Это просто... И я вижу, женщина живет очень скромно. У нее нет особых средств для того, чтобы там заплатить индивидуалку. И мне хочется помочь ей и при этом не обидеть ее, потому что сказать, мне там ничего не надо и так далее. И когда я начинаю встречаться с этой дочерью, я для себя подумал, что я посмотрю, что там происходит, и постараюсь в полчасика, чтобы потом сказать, что нет, я индивидуалку не проводил, и мне платить ничего не надо. Так приходится заботиться о человеке, который, ну, ты чувствуешь, что ему это тяжело будет. И когда я начал работать с этой девочкой, то я был потрясен. Она была умнее в десятки раз, чем мама. И то, что мама абсолютно не понимала, она ловила в лед. И вся проблема заключалась в том, что девочка как бы говорит вслух: «Мам, ты что, разве такой простой вещи не понимаешь?» А мама не может понять. И я ей сказал следующее. Говорю: ты понимаешь, вот по годам мама старше тебя, она тебя родила, она тебя выкормила грудью. Но душа твоя старше от маминой, может быть, в десятки раз. И ты должна не нападать на маму, а защищать ее. Потому что она в духе, она ребенок по отношению к тебе. Девочке это было как открытие, потому что она вот видела то, что она видела. И когда я ей это рассказал, и она это поняла, мы за 28 минут встречу прекратили, ушло. Я говорю: мне ничего не надо платить. Я поговорил, мы все поняли, все нормально. Она очень обиделась на меня, что я не поработал добросовестно с этой девочкой. Но через 3 дня она встречает меня и говорит: Станислав Иванович, я не понимаю, что это такое? Что это такое? Я говорю: что такое? Я с ней всю жизнь ей доказываю и ничего не могла доказать. Вы с ней пообщались чуть-чуть, и она вся изменилась. А я никак ее не менял. Я ей просто подсказал то, что ребенок не мог сообразить. Как это он моложе возрастом, намного старше, понятливее и так далее. И когда она так поняла с моей помощью, она начала о маме так заботиться, что мама была просто в растерянности. Вот. Поэтому, ну вот, я с этим сталкиваюсь все время. Приходят новые люди. Они приходят сюда в такое сложное время, во время перехода, чтобы именно вот оказывать помощь вот такой сложной трансформации. Вот как-то так. Станислав, скажите, вот самоисцеление. Люди спрашивают, могут ли они самоисцеляться? Вот как, ну, не все могут прийти на курс, да, по разным причинам. Не все готовы принять информацию, верно? Поэтому люди, ну, сегодня предпочитают сами себя исцелять. Насколько эффективна методика исцеления без наличия, скажем, преподавателя? Ну, она же есть, вот, в данном случае это ваша методика. У вас не одна, у вас несколько методик. То есть взял человек, посмотрел видео, прослушал курс, и все. То есть больше вы не нужны, да? Как бы вы... Сейчас я прошу прощения, это я услышал ваш вопрос. Я хочу извиниться за то, что я немножко отвлекался, потому что я у чата увидел, значит, вопрос. Дать ссылку на фильм Лазарева
который, о котором я говорю. Я сбросил моему модератору Алексу и попрошу, выставь, пожалуйста, ссылку на этот, на это видео Лазарева в наш чат, чтобы люди смогли посмотреть. Вот. Я думаю, что сейчас эта ссылочка появится. А что касается самоисцеления, то здесь очень простая такая вещь. Смотрите, когда вы пришли в первый раз, ну, допустим, в ресторан, вы маленький ребенок, папа, мама с вам, вас привели, и вы в растерянности, что здесь происходит, вы не привыкли. И вот приносит официант сначала, значит, целый набор инструментов. Там и большая ложечка, там и маленькая десертная, и ножики такой. И папа, мама вам рассказывают. Смотри, вот начнешь сначала, вот они так, как лежат, так ты и бери. Вот снутри бери первую, потом вторую, третью, и ты будешь все знать. Тебе рассказали, ты раз попробовал, и в следующий раз, когда вы приходите в ресторан, уже проблемы нет. Ребенок уже знает, как брать вилку, как пользоваться. Так, нечто подобное происходит и у нас. Почему метод безлогичный? Каждый инструмент имеет точное научное обоснование. А научное основание – это логика. Но применение их не требует этого научного обоснования. Вы можете представить? Я, чтобы вам было понятно, приведу один пример. И вы сейчас… Вот на примерах лучше всего. Ко мне обратился бизнесмен из Египта, русскоговорящий, да? Ну, сейчас русскоговорящие разъехались по всему миру. И говорит, Станислав Иванович, у меня к вам большая просьба, помогите мне, пожалуйста, у меня беда. Я говорю, какая беда? Мне должны 800 тысяч долларов, не возвращают. Вы сможете помочь? И я говорю, ну, раз вы обращаетесь, значит, нечто подобное вы, эту информацию какую-то слышали. Да, мне рассказывали, что вы там помогли. Я говорю, хорошо. Да, я могу помочь. А что мне для этого нужно? А я говорю, ответить на один вопрос. Какие у вас отношения с отцом? Он замолчал на какой-то такой промежуток времени довольно продолжительный. Потом отвечает следующую фразу, которая меня просто потрясла. Ну, а отец мне должен 12 тысяч долларов. Кроме того, что я занимаюсь наукой, я еще... Мое хобби, я профессиональный писатель, я член Союза писателей Украины. Я, каждый писатель за одной фразой может увидеть целое событие. За этой фразой мне открылась целая жизнь в отношениях отца и сына. И меня поперло на логику. Вот я же умный человек, я говорю, а что для вас важнее, 800 тысяч долларов или жизнь? Он говорит, Станислав Иванович, ну, конечно, жизнь важнее. А что же вы ее продали за 12 тысяч долларов? И он только щелки отключился. Почему он отключился? Я пытался это решить логикой. Как решается это безлогично? Та же самая ситуация, которая только применялся безлогичный метод. Ко мне заводят в аудиторию, где проходили исследования, одного студента, преподаватель соседней кафедры, говорит, Станислав Иванович, это ваш. Я говорю, а в чем дело? Я не могу понять. Знаете, находишься в одной ситуации, приходит совершенно другая ситуация. И этот парень с порога громко во всеуслышание. Я ненавижу своего отца. Я говорю, да, это к нам. Это тема, которую мы исследуем. А что нужно делать? И я говорю, ну, мы сейчас посмотрим по приборам, в каком состоянии ваши чакры. Потом, если найдем что-то, попытаемся поработать. Мы его начинается диагностика и смотрим. Все чакры открыты хорошо, а вот седьмая чакра, это отношение с Богом, обида на отца, обида на Бога, она закрыта практически на 15% только приоткрыта, понимаете? Следовательно, любое решение, которое он будет принимать, он примет не точно, потому что он не обладает всей полнотой информации, которая идет на уровень подсознания. То есть он всю жизнь будет неуспешен, этот мальчик. Он только начинает свою жизнь, он студент, но его жизнь будет неуспешно. Что я ему говорю? Говорю, ну вот приборы, вы видите, вы сами видите, как показывают приборы. Это вот отражается, вот такая пословица, обида на отца, обида на Бога. Мы можем с этим поработать. А что нужно сделать? Я говорю, вы закроете глаза и будете повторять одну и ту же фразу. Какую? Я ненавижу отца. Он говорит, хорошо. А чего с закрытыми глазами? Ну, говорю, когда вы видите, вы анализируете, тратите на это энергию, а так вы будете тратить все внутрь себя. Он закрыл глаза и начал повторять фразу «Я ненавижу своего отца, я вижу, как у него шевелятся губы, я вижу его устремление это сделать, таймер работает,
И я через несколько минут о нем забыл, потому что идет процесс такой сложный. Там я одно оставил, другое включился и так далее. И вот проходит какое-то время, и в этом маленьком таком шуме рабочем, который стоял, вдруг раздается четкий голос. Отчего-то я его ненавижу, все в этой жизни ошибаются. И когда мы подходим и смотрим на прибор, у него чакра полностью открылась. То есть она на 100% открылась. Я говорю, все, спасибо, вы нам помогли, мы все поняли, мы все увидели и так далее. И мы прощаемся с ним. Вы заметили, я не пытался логикой ничего решать. Не говорить, кто прав, кто виноват, что ты проигрываешь или еще что-то. Вот есть инструмент, вот есть диагноз, вот есть его решение. Что произошло дальше? Он пришел через 3 дня и говорит: Станислав Иванович, я же после работы с вами нашел своего отца и увидел, что он болеет. И начал помогать своему отцу. Дальше я проследил это невольно, не потому что я этим занимался, но он то и дело появлялся в моей жизни, что-то рассказывал. Он подружился с отцом, он помог отцу в его очень сложной ситуации, которая... Вы понимаете, вот без единого слова, без единого нравоучения мы просто сделали грамотно работу и получили результат. Отец его даже потом дом переписал на него и так далее. Ну вот такая особенность. Вот, друзья, поэтому... Хотите получить наследство, занимайтесь психологичным методом. Майк, я о другом. Я о другом. Если вы знаете инструменты и работаете, вот это вы и сами себя исцеляете. У вас есть набор инструментов. Вы можете взять ту ситуацию, другую, третью, хорошо исследовать, найти первую причину и знаете, как отработать. Как это работает? Ну вот так это и работает. Как ложка, вилка к обеду. У нас есть вопрос, давайте я озвучу. Как происходит работа с очищением рода? Ведь многие в роду уже ушли в следующее воплощение. Да, но мы наблюдаем то и дело, что уже там прошло 5 поколений, уже человек находится в другой какой-то ситуации. Но то, что он делает... сделал когда-то в роду, это очень хорошо действует по роду. Вы представляете, вот откуда я могу знать, почему в роду женщины, все женщины, вот та, которая ко мне пришла и обратилась, все женщины всегда разводятся. Почему мужики в другом роду все пьяницы и так далее? Я что, 7 пядей во лбу? Нет, я вот абсолютно, я даже понятия не имею. Вы говорите о хронике Акаши, я не знаю, что это такое и с чем его едят. Но когда мы точно определим проблему и сделаем поиск, ну, например, когда мы сделали поиск, почему мужики все в роду пьяницы, понимаете, вот, ну, поголовно. Но это же невозможно скрыть, вы же это знаете. Вы знаете, как интересно, значит, 7 поколений назад в одном селе жил дед, представитель этого рода. И он гнал очень хорошую и качественную самогонку. Причем она ставила на травах. Он ее делал настолько классную, вкусную, что все мужики просто балдели от этой самогонки. Мужики покупали с охоты, но спивались, и все женщины прокляли этого самогонщика. И по роду пошло такое проклятие, что сегодня в этом роду все мужики пьют. Вы представляете, как это обратка срабатывает? Я что, это знал, что это такое может быть? Во всех подробностях. Естественно, есть инструменты, как это отработать. И когда ты это отрабатываешь, не потому, что пьют и как от этого избавиться. Вы знаете, вот если исходить из того, что есть проблема, надо от нее избавиться, то это можно назвать магией. Вот я вам приведу пример один. Женщина говорит: Станислав Иванович, как заставить мужа пойти на работу? Я говорю, я этими вещами не занимаюсь. Это что-то очень сложное и очень страшное. Заставить кого-то что-то делать, потому что так ты считаешь, что так важнее для тебя или важнее для семьи и так далее. А что же делать, Александр Иванович? Проблема. Я говорю, исследовать. А как же исследовать? Сделать поиск. С какой стати муж пьет?
Ну, давайте исследовать с большой неохотой. Вот заставить бы, если бы Станислав Иванович заставил бы человека пойти на работу, она была бы довольна. А исследовать – это же надо работать над собой. Ну, вот смотрите, я вам просто расскажу результат. Мы делаем поиск, и она видит следующее. В прошлой жизни, когда-то, она жила в селе, и это такое только начиналось зарождаться, вот такое сельское поселение. Она как бы старостой была племени своего. Вот как, такое вот, почему-то слово «староста», я не знаю, откуда оно взялось. И это селение очень плохо в связи с неурожайным годом подготовило к зиме, очень мало заготовило еды. Ну, он прекрасно понимал, так как на нем лежала ответственность за всех, что мало они заготовили. И в середине зимы пришло соседнее селение или соседнее племя, может быть, я неправильно как-то термины называю, и говорят: помогите, потому что мы умираем, у нас нечего есть. Она говорит: мы тоже в такой же ситуации, у нас тоже еле-еле-еле. И ничего не дали, потому что нечего было давать. Но через пару дней представители этого соседнего племени уже пришли с оружием, и началась драка. Конечно, эти были более сильные и более лучше, они подготовлены были. Они победили, но в этой драке не только погибло то слабое селение, все, потому что они решили лучше быть убитыми, чем умирать от голода. И это оставшееся в живых племя, и этот руководитель или староста, как мне почему-то так она говорит, понял, какая была ответственность большая быть руководителем, отвечать за жизнь людей. И он все время корил себе, может быть бы, правильно было отдать часть той еды, которой и им не хватало, но зато бы, ну пусть бы половина поселения вымерла там и там, но как-то все-таки, по его мнению, людей бы осталось больше живых. И вот эта программа на нее очень сильно действовала на уровне подсознания, не проявляясь в этой жизни. А муж был главным инженером на заводе, провинциальный заводик. И, как вы знаете, в 90-х этот заводик готовили к тому, чтобы он распался, а потом его приватизируют, порежут на металл и так далее. И он чувствовал, что это происходит, приходил, рассказывал об этом. И его рассказы включили ее глубинную память, и она сделала все, чтобы заставить его уйти с этой работы. Она нашла предлог, что нужно строить дачу. Он был плохим строителем, строил эту дачу добрых 20 лет, наконец кое-как построил, но за это время полностью разучился работать. И вот мы все это увидели, что муж не работает только потому, что она сама его не пустила. Она все сделала, чтобы он не работал. И когда мы отработали, она мне звонит тот же день и говорит: Станислав Иванович, это какое-то чудо. Муж приехал с дачи, ехал в электричке. Такой радостный, веселый, говорит: ты знаешь, ехал в электричке, встретил однокурсника, говорит: мне вот так нужен такой инженер, как ты. Жена, может, я пойду на работу? Вы представляете, как легко можно с помощью этих инструментов заставить человека делать что-то насильно. Но когда вы это исследуете, находите и хорошо отрабатываете, это совершенно другое явление. У нас есть пару вопросов, и у нас время нашего эфира уже заканчивается. Заканчивается, поэтому, да. Поэтому, да, нам надо мобильнее, да? А вот у нас пишет... о том, что Денис пишет: работаю 7 месяцев по вашей методике, но, значит, сейчас, чат ушел, секундочку. Так, но никак не могу отработать серьезные проблемы, так как через вертушку и нулевой инструмент не могу найти корень проблемы. Да, у нас общая такая... Это вопрос все или еще что-то есть? Это есть один вопрос и есть вопрос. Еще вопрос. Хорошо. Смотрите, у нас такая динамика. Когда я беру на курс людей, то приблизительно 60% сразу же в первые дни получают результат. А процентов 35
знаете, так долго сомневаются, все взвешивают, потом потихонечку приходят к результату и тоже понимают, что метод прекрасно работает. Но есть небольшой процент людей, которые могут очень долго, зная инструменты, не получать результаты. И чаще всего это происходит потому, что в жизни этого человека происходили какие-то события, которые очень сильно его дисгармонизировали. Он как бы разбит. У него нет той энергии, которая позволила бы ему очень успешно работать. И вот мы это знали, мы с этим постоянно работаем. Вот то, что он говорит, нулевой инструмент, когда ничего не получается, очень много этих людей, которые нулевым инструментом выходят, но когда уже не получается и нулевой инструмент, есть еще такой сверхзамедленный способ, называется самоисцеление. Это сверхзамедленное вхождение в первую причину. И если даже это сверхзамедленное, то есть люди разные бывают, да, не помогает, тогда я делаю следующее. Я предлагаю вам в течение месяца, у нас есть изумительный инструмент «Большая звездочка». Вы заходите на YouTube-канал, пишете «Большая звездочка Лосев», находите эту большую звездочку. 5 минут эта звездочка вас запускает, а дальше вы просто работаете, вы забираете все претензии от мира, от Бога, посылаете любовь, и таким образом очень сильно гармонизируете себя в пространстве. Так вот, кому-то нужно поработать неделю-две, кому-то месяц, но все без исключения, все 100% неудачников, у которых ничего не получается, в конце концов начинают все видеть, все получается и получают результаты. Вот такой ответ. Нужно попробовать самоисцеление, как еще такой более быстрый способ. Если нет, тогда перейти на большую звездочку, можно работать пересмотром отношений, можно стрессы снимать. Чем больше вы будете работать, тем быстрее будет подниматься энергетика. Но большая звездочка все равно выведет вас на такой момент, когда начнет все получаться. Так, дорогие друзья, время эфира подошло к концу, мы должны его закончить, но повторю, мы в следующую субботу проведем такой же эфир, ссылка будет на оба канала YouTube и на Сангейтс-центр, и это будет в эфире с YouTube-канала Сангейтс-центр. Также это будет дан ссылка вам, дорогие друзья, канал Станислава Лосева. По поводу программы, которая ссылка будет, ссылка это уже и есть. Она уже и есть запись. Как только мы закроем программу, вы можете ее просмотреть столько, сколько вам понадобится. Попасть на курс, мы сейчас об этом и говорим. Курс у нас планируется. Это будет курс эксклюзивный, которого еще не было до сих пор, где будут освещены как раз вот эти вопросы, которые вы задаете. По поводу звездочки и по поводу других, но там будет значительно больше, значительно более серьезнее, поскольку информация поступает ежесекундно. И эта информация, которую вот мы сейчас говорим, она, скажем, неделю назад вот такой информации не было. Я лично никогда не готовлюсь никаким вопросам, к чатам за неделю или даже за один день, потому что сегодня информация сегодня, которая прямо сейчас приходит. А та, которая была вчера, она уже устарела. Поэтому мы движемся вперед, и это здорово. И вручаю вам, дорогие друзья, благодарность за участие в эфирах. Я от своего имени приношу прощения на центр Сангейтс, поскольку, к сожалению, звук был только я слышен, а в наушниках был слышен. Но, тем не менее, ссылку на трансляцию мы дали, поэтому вы можете по этой ссылке прослушать передачу, мы ее еще повторим. Станислав, благодарю вас. Да, я в свою очередь тоже вас благодарю. Совместное творчество. Благодарю вас за ваше, ну, видите, я сегодня в такой роли, которая для меня абсолютно непривычна. В первый раз я пытался быть хозяином. Впервые. Да, поэтому извините, если что-то получилось не совсем хорошо. Спасибо вам большое, до свидания всем. Получилось все замечательно, все прекрасно. Дорогие друзья, мы продолжим наше общение. В следующую субботу время по Киеву, 16 по Москве, 17 часов. В Чикаго в это время 8 часов утра. Всего доброго, до новых встреч. Да, доброго дня вам всем, а нашим зрителям спокойной ночи уже скоро будет. Добрый вечер, да. До свидания. До свидания.